Шаг навстречу. Во Владикавказе проходит ежегодный фестиваль с таким названием для детей с ограниченными возможностями. Главная цель мероприятия – помочь ребятам раскрыть свои таланты и возможности. В фестивале участвуют дети из всех районов республики. В него включены две части – выставка творческих работ участников и концертная программа. На сцене Театра детского творчества «Заря» участники продемонстрировали свои способности в вокале, хореографии, игре на музыкальных инструментах и литературном чтении. Возраст участников от 4 до 15 лет. Отметим, что фестиваль проводится при поддержке Министерства образования и науки республики. По словам организаторов, уровень мастерства участников с каждым годом растет. Всем им вручили грамоты и памятные подарки. Конкурс у нас направлен на детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дети различных возрастных групп от 4 до 15 лет. У нас около 150 конкурсантов этого конкурса. И, конечно, он направлен на выявление творческих способностей, на раскрытие творческих способностей личности.